Здесь он позирует, чтобы прибежали папарацци, сделали с ним фотографию. Здесь забивает гол. Стать героем голевого момента футбольного матча и запечатлеть себя на фотографии сможет каждый. Поможет дополненная реальность – новая технология для Самары. Пока на экране планшета только обычный игрок в майке сборной России, но в будущем посетители смогут отбивать мячи настоящих звезд спорта. Здесь ты можешь увидеть в дальнейшем сюрприз, кто именно, но реальных игроков, которые будут здесь выполнять различные трюки. Вот, с мячом, соответственно. И задумка в том, чтобы это огромная память. Этого не было еще в Самаре на таком уровне. Первым уникальную технологию оценил глава города Олег Фурсов. Ему показали 3D-модель стадиона. На входе гостей встречает занимательная инфографика о прошедших чемпионатах мира. Посетители познакомятся и с самарскими страницами истории футбола. А в центре выставки – макет стадиона «Самара-арена». По содержанию, по зонированию, как мы задумывали, наверное, это хороший вариант получился. Я надеюсь, что он будет интересен еще когда он обрастет всеми остальными, да, теми вот проектами, которые мы вкладывали в эту выставку. Площадку для выставки выбрали не случайно. Комплекс «Самара Космическая» – самый популярный в городе музей. Оказалось, что между футболом и космосом, когда в тему начали вникать, на самом деле очень много общего. Это оказалось более чем интересным, неожиданным. Уже звонки постоянно, когда, сколько стоит посещение, когда откроется. Среди экспонатов музея есть и тест на знание истории футбола. Но насколько я хорош в этой области, сейчас проверим. Пятнадцать из 15. 100% результат. Вы тоже можете его повторить. Выставка будет работать вплоть до чемпионата мира. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.